Давно известная студия спортивных бальных танцев «Гармония» под руководством Ирины Дудоровой прославила Саров далеко за его пределами. Здесь готовят профессионалов, которые бьются за призовые места на самых престижных конкурсах страны. Азы танцевального искусства в студии постигают и самые маленькие саровчане. Мне нравится выступать на сцене и танцевать. Мне нравится заниматься. Мне нравится то, что мы тут танцуем. Танцевать – это мой дар. То есть я люблю тут. Меня просила сама мама, чтобы она меня сюда приняла. Спортивные бальные танцы изучают в стенах Дома молодежи в студии «Дека». В каждом номере свой характер, свои эмоции, образы, отточенные движения и неповторимый стиль. Один из самых простых танцев, который осваивают первым – трехтактовый вальс. Здесь нет сложных ритмических конструкций, и сами базовые шаги также простые. А вот верх танцевального искусства в спортивных бальных танцах – это медленный фокстрот и пасодобль. Свой эмоциональный опыт, да, жизненный какой-то и глубину каких-то эмоциональных моментов, которые раскрываются в танцах, но они приходят не сразу, естественно, какое-то время обязательно надо ребятам, чтобы повзрослеть. Екатерина Сысоева пришла в Дом молодежи в 11 лет в студию бального танца. Мир танцевального искусства настолько увлек ее, что она решила связать с ним всю жизнь. И сегодня свою любовь к чувственному вальсу или страстному танго передает своим воспитанникам. Для того, чтобы хорошо танцевать, нужно иметь очень много физической подготовки хорошей. И также бальные танцы – это искусство. Нужно уметь в танце показывать конкретно историю. Ну, у нас на занятиях учат самые лучшие тренера Денис Геннадьевич и Екатерина Владимировна. Они нас научили многому. И благодаря им мы занимаем первые места на соревнованиях. Проводят свой досуг в Доме молодежи и пожилые люди. У истоков этого направления работы стояла Зинаида Петровна Пашихонова. Хор ветеранов войны и труда появился здесь при ней. Сегодня коллектив носит звание народного. В репертуар входят русские народные песни, песни советских композиторов, классика, патриотические произведения. С лучистыми глазами и звонкими голосами, своей энергией и жизнелюбием участники хора ветеранов заряжают публику, а благодарные зрители награждают их бурными аплодисментами. От них заряжаешься энергией. Они очень позитивные, они очень веселые. И порой даже вот бывает, могут дать фору многим молодым. Поэтому с ними очень интересно, весело. И задорно. Для Дома молодежи 2023 год особенный, юбилейный. В этом году ему исполняется 40 лет. Сегодня это место, где работают 5 коллективов разнообразных направлений хореографии. Занимаются в них около 90 участников в возрасте от 3 лет. Ежегодно двери дома распахиваются для 11 тысяч саровчан. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.